В громком деле оборонсервиса могут появиться новые эпизоды. Официальный представитель СКР Владимир Маркин рассказал в интервью газете «Известия», что основная фигурантка дела Евгения Васильева запугивала свидетелей, а некоторых даже выводила в лес. Каких-то других подробностей он не сообщил, однако дал Васильевой и ее адвокатам совет. Маркин порекомендовал им поменьше заниматься пиаром и предположил, что следствие, возможно, слишком гуманно к фигурантке скандального дела. Напомню, пару дней назад суд в очередной раз продлил срок содержания Васильевой под домашним арестом. Экс-чиновница просидит в своей квартире в центре Москвы по меньшей мере до 23 февраля. Согласно версии следствия, она вместе с другими сотрудниками Минобороны причастна к хищению имущества дочерних предприятий оборонсервиса на сумму около 3 миллиардов рублей.